Как будет выглядеть город будущего, когда в обычную жизнь войдут квантовые технологии? На уроке цифры ребята на примере повседневных событий могут увидеть связь фундаментальной науки с качеством жизни людей, а еще узнать о конкретных примерах применения в нашей жизни сложных квантовых вычислений. В уроке мы затрагивали такие моменты, не только квантовые технологии физики, но и профориентационные работы. Было подключение с выпускницей нашей школы, которая рассказала о технологии, которые она изучала в Москве. Они перекликаются как раз с квантовыми технологиями. Поскольку наш городок еще не очень большой, и квантовые технологии нам только открываются, мы их только начинаем видеть применение, поэтому ребятам, я думаю, было очень интересно. Данный проект направлен на профориентацию школьников, ведь не каждый подросток сразу понимает, с какой профессией хотел бы связать свое будущее. А урок цифр делает упор на продвижение IT-профессий, ведь специалисты в сфере информационных технологий востребованы и высокооплачиваемы. Этот урок цифры был очень интересен для меня, особенно момент в области квантовой инженерии, потому что я собираюсь поступать. Хочется выделить именно квантовые компьютеры и 3D-моделирование. А так, искусственный интеллект – это то, с чем будет связана моя дальнейшая профессия. Я хочу стать медиком в будущем, и квантовая физика оказывается очень широка в применении. Она играет огромную роль в жизни каждого человека, и это наше будущее. Уроки цифры проводят в Карачаево-Черкесии повсеместно. На этих занятиях не дают сухую и сложную информацию. Все объясняется увлекательно и доступно. Урок цифры – это уникальный проект, который вовлекает подрастающее поколение в процессы цифровизации. Проведение подобных уроков в республике носит системный характер. Они проводятся при содействии Министерства цифрового развития и Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской республики. Сегодня, как вы видите, урок цифры прошел в Карачаевском городском округе. Напомним, что урок цифры создан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Занятия на тематических тренажерах проводятся в виде увлекательных онлайн-игр, а методические материалы остаются на сайте проекта и охватывают широкий круг тем – алгоритмы, кодирование, командная разработка и многое другое. Альбина Шаова, Варвара Нуков, Архыз, 24.